Так, сегодня 19 июля 2018 года около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсейтовой Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Дмитрию Юрьевичу было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, создано из числа наиболее опытных работников следственной оперативной группы, ориентирован весь личный состав ДВД на поиск неустановленных лиц и их задержание. Возбуждено уголовное дело по статье 106, это умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, и по статье 192, часть 2, это разбойное нападение с целью завладения личным чужим имуществом с причинением телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека. Мы будем переквалифицировать деяния совершивших лиц по статье 96 части 2. Это умышленное нанесение смерти другому человеку.